Не, наверное, только по хотели бы сняться в кино? Я бы хотел. Вместе сняться в кино. Ну, почему бы а нет? А если бы тебя позвали, меня нет, ты бы не пошла? Нет, без тебя бы не пошла, Санька, в жизни. Так, о чем сценарий, который вы обсуждали с Камоловым и Гринт? Но это пока секрет, друзья, это секретный сценарий, пока... Пока просто читаем. Но мы, во-первых, просто мы хорошие друзья и друг с другом делимся всякими идеями. То есть там... Коворкинг устраиваем. Да-да-да, то есть такой... Устраиваем коворкинг. Просто делимся, там кто-то показывает, чем он занимается. Я там могу рассказать о своих программах. Сергей может рассказать о своих постановках. Даня может рассказать о своих там фильмах, которые он там начинает снимать или собирается снимать. И вот мы просто сидим, и у нас идет обсуждение, так что пока не рассказываю, но очень интересно. Так, если Саша предложит сняться в фильме, согласитесь? Ведь как было... Да, я хочу сняться в фильме, друзья, честно, мне это было бы очень интересно. И мне вообще кино очень нравится, когда мы только начали снимать «Unbroken», в Японии, и мы только познакомились с Даней, вот так довольно близко, я, мне кажется, надоел ему вопросами о том, как снимать, как это все происходит, потому что магия кино для меня действительно что-то завораживает. Я обожаю кино. Вот и съемки, и как это выглядит, и все. Так, как Саша относится к людям, которые пишут негативные про Алису? Друзья, ну... Саша расстраивается. Да, во-первых, Саша расстраивается и плачет иногда по ночам. А во-вторых, но вы знаете, конструктивная критика – это очень круто. И, в принципе, я как спортсмен, все, чего я достиг, основано на конструктивной критике. Либо я сам себя конструктивно критикую, либо меня тренер конструктивно критикует, либо судьи, либо федерация, либо кто угодно. То есть я за конструктивную критику. Что такое негатив? Я не знаю, такое растяжимое понятие – негатив. Вот что значит негатив пишет? Это когда я плохие комментарии пишут, очень неприятные. Ну, оскорблять нельзя, друзья. Вот я сам так не делаю, и я, во-первых, спокойно отношусь, когда мне пишут, потому что вот сколько 6 миллиардов человек на Земле и 6 миллиардов мнений. Или 7. 7 миллиардов уже. Да побольше, да. Ну, уж больше, даже, наверное, может, меньше. В общем, сколько людей, столько и мнений, и ничего страшного в том, что там вам не нравится что-то, что нравится нам. Ну, невозможно, наверное, нравится каждому. Да, к этому вообще спокойно. Вот. И вот я думаю, что все знают то, что я спокойно всегда на это реагирую, отвечаю, то, что там, ну, вот, там, постоянно там что-то пишут, там, вот, там... Я считаю, что синяя куртка лучше красной, главное, но окей. Не оскорбляйте. То есть, когда приходят на оскорбления и какие-то личные неприязни, это неприятно, да, конечно. А так вообще пишите. А вот так, все ваше мнение, оно очень интересно, и вы обязательно пишите, вот, что бы вы ни думали. Критику мы за. Да, так что... Какой у вас любимый номер в любом периоде? Мне нравятся последние два, это «Танго» и «Гора». А у Леси? Ну, тоже, наверное. А мне очень нравится очень «Сувайвер», мне очень нравится эта музыка. Прям один из моих любимых.